Приветствую вас. И вы знаете, глобально ваша проблема, на мой взгляд, заключается в том, что, точнее, в том, как, не в том, что, а в том, как вы выбрали форму. Ну, выражение или проявление внимания к своему ребенку, грубо говоря. На мой взгляд, в этом заключается основная особенность, если угодно, вашей проблемы. Что это значит? Ну, по сути, можно говорить о том, что ребенок привык получать внимание только через негатив. Вот. А ребенок привык получать внимание только через через наказание, как вы справедливо, на мой взгляд, заметили сами. То есть это вот. Это действительно справедливо, вы заметили, что она ждет наказания, она хочет наказания, и таким образом она получает, по сути, то самое внимание, которое в другой форме для нее вы, вероятно, ей не даете. Собственно, в этом и заключается основная проблема, как мне кажется. Опять же, как мне кажется. Я могу ошибаться здесь. Я не говорю, что 100% я в данном случае прав. Вот. Не хочу, чтобы вы так думали. Я могу ошибаться. Но выглядит все пока именно вот таким образом. Что делать? Более, я бы сказал, эмоционально постараться быть ближе к ребенку. Вот. Проявлять внимание к ребенку не только когда, грубо говоря, что-то нужно от него, и не только, грубо говоря, когда вы хотите, чтобы она что-то сделала, но и просто так. То есть просто общаться с ребенком, просто взаимодействовать, если угодно, с ним. Этого, в принципе, будет вполне достаточно. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, этого будет вполне достаточно, как мне видится в этой ситуации. А так получается, что у ребенка есть вполне себе веские основания вести себя подобным образом. Вы обращаете на нее внимание. И если вы обращаете на нее внимание, ну почему бы так дальше и не поступать? Почему бы не вести себя подобным образом? Это первый момент. А следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Следующий аспект. Это то, что вы начинаете кричать.
Вообще говоря, то, что вы не сдерживаетесь, нет, я не хочу вас обвинять, ни в коем случае. Но то, что вы не сдерживаетесь, говорит в основном о том, что вы находитесь в состоянии эмоционального напряжения. То есть вы находитесь в таком, знаете, ну, состояние нервного, может быть, стресса, состояние нервного, может быть, переживания, вот, и это, конечно, достаточно серьезно, как мне кажется, трудность, достаточно серьезная, как мне кажется, проблема, в том числе для вас. И, на мой взгляд, в этом направлении вам имеет смысл тоже посмотреть, почему вы начинаете кричать на ребенка, почему, чем вас это так сильно задевает, вот. Чем вас это так сильно напрягает настолько, что вы вот, значит, ну, начинаете на нее кричать. Мне кажется, что у этого, ну, совершенно точно должны быть причины. Ну, у вашего вот такого состояния, да, достаточно серьезного. Разобрав эти моменты, уже можно будет дальше говорить про какую-то коррекцию вашего и мужа поведения, и соответствующая коррекция будет уже и ребенка в том числе, то есть, ну, ребенок, вы сможете как-то ребенка тоже скорректировать. Вот, сейчас все выглядит так, что она просто пытается привлечь ваше внимание, потому что другого способа этого сделать у нее просто нет. Вот. Конечно, я понимаю, как это звучит, и я понимаю, что, возможно, вы со мной не согласитесь. Вот, это, кстати говоря, ваше право полное. Вот. Ну, на мой взгляд, суть от этого не меняется. От того, что, например, вы со мной там соглашаетесь в данном ключе или нет. Вот. То есть нет, конечно. Конечно, было бы лучше, если бы вы согласились, было бы лучше для всех. Вот. Но то, что вы не соглашаетесь, ну, ничего. Это ваше право. Вот. Что еще можно добавить? Пожалуй, наверное, на данный момент больше ничего. На данный момент этого, как мне кажется, вполне достаточно. На данный момент мне кажется, что более чем достаточно того, что вот мы здесь сказали, того, что мы здесь, значит, озвучил. Вот. Дальше уже будет видно. По поводу избалованности, вопрос достаточно субъективный, мне бы не хотелось, наверное, однозначно прямо на него отвечать, потому что, по моему мнению, это было бы несправедливо. Вот. Ибо, ну, дело в том, что у избалованности нет какого-то такого единого
стандартам. Вот. Там от многих достаточно факторов зависит этот момент. Ну, момент избалованности, я имею в виду. Поэтому мне кажется, что несколько вы, опять же, не в том направлении смотрите, когда пытаетесь посмотреть на эту ситуацию с точки зрения избалованности. На, ну, по моему мнению, по крайней мере. Вот, поэтому как-то так. Как-то так, примерно. Вот, какой-то такой ответ по итогу я мог бы вам дать. Вот. Ну что же, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.